Привет, дорогие друзья, с вами Алекс, и мы продолжаем играть GTA 5. Сегодня у нас снова очередной мод на массовое мероприятие, в котором мы, естественно, будем... Ты чё, хрен собачий, кореец долбаный? Ах ты, гадюка. И тебе тоже, паскуда. Уроды. Охренели. В общем... Сегодня будем творить правосудие. Давайте подберемся ближе к нашей цели. Пойдем хотя бы посмотрим. Наверное, я куда-то сейчас сюда перемещусь побыстрее, чтобы это все было, чтобы не бежать полдня нам. В общем, здесь такое массовое мероприятие. Главное, чтобы здесь сейчас никто ничего не исполнил, потому что мне несколько раз приходилось перезагружать, так как вдруг кто-то кого-то задавит, ну и начинается всякая жесть. По случайности. Чувак что-то листья убирает. Огромное количество копов, охраны, все вооружены. Естественно, снайперы стоят на крышах. Может, там кто-то стоял? А, нет. Ну и тут какой-то чувак. City Hall. City of Los Santos. Наверное, мэр какой-то. Городской холл. В общем, как-то все так у нас выглядит. Я думаю, что нам нужно отправиться куда-то. Естественно, мы снова будем работать с снайперкой, поэтому я отправлюсь обратно. И где-то сейчас мы тут... Ну, там я сверху был. Начнем искать какой-нибудь удобный подход. А вот пути отхода я еще не придумал, какие они будут. Но, надеюсь, будут нормальные, адекватные, чтобы мы не убились нигде. Кстати, что у нас вообще включено? Что-то нет? Ага. Игнорирование копа у нас тоже включено. Кто-то спросит, почему? Потому что здесь игра тоже начинает ругаться в этом месте, в этой киностудии, когда мы находимся. То есть сразу автоматом агрятся копы. Поэтому полиция игнорируется у нас. Боже, куда бежать-то? Не знаю, мы хоть добежим туда или нет. Нам главное куда-то добраться в удобное место. Там, конечно же, охрана еще на крыше, поэтому... Слушайте, может вместо кулака взять нож на всякий случай? Может зарежем одного охранника? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет, все в порядке. Уже я ж испугался. Нифига ты прыгаешь. Что так высоко? Так, вон два охранника, но они сюда даже не смотрят. Я не знаю, строим ли мы здесь какую-то панику. Мне кажется, да. Тихо, не падай. Не падай. Чё, стреляем и сразу валим этого чувака и потом уходим отсюда? Или зарежем его сначала? Попробую зарезать, наверное. Офигеть, никто ничего не услышал, отлично. Ну что? Прямо в сердце. Все, уходим, уходим, уходим. Твою мать! Прошили плечо мне. Будем ходить этим же, наверное, путем. Только нам нужно как-то удачно отсюда еще... Ого. Слушайте, там высоко, однако. Нифига, как спрыгнул. Стоп, сюда. Снова дикие крики женщин. Давай, туда. Я уже думал, что он упадет. Офигеть. Спускается еще. Стой, 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 стой. Гони тачку. Валим. Все. Не пойман, не вор, как говорится. Слушайте, мы, по-моему, вообще еще идеально свалили оттуда. Светофорчик, извиняюсь.
Нифига мне досталась бочина. Мы такие проехали, непалевно развернулись в разные стороны. О, мне кто-то стреляет. Ого! Понятно. То есть охрана явно злая на меня. Причем очень сильно злая. Ну что, ради прикола можно разбомбить всех. Достаточно, наверное, какой-нибудь моток один подорвать, и все, и будет шикарно. Давай, загорайся. Да ты урод, офигел. Давай, вылазь. Пошла жара. Тачка аж покатилась. Здесь хотя бы одну нужно подпалить. А где снайперы, которые на крыше были? Вот реально здесь в GTA не понимаешь, откуда идет стрельба. Туда не достает. Он сюда бежит. Ладно, подождем, пока придет. Откуда-то оттуда прострелили, но не могу понять откуда. Вот или с крыши, или откуда они стреляют. А, вот ты где. Боже, тебя и не видно, чувак. Сразу бы показался, я бы тебя сразу и убил. Зачем вот это вот прятаться? Офигеть. Вынесли просто всех. А что, тачки не взорвались, что ли? Я думал, они взорвутся. Да, здесь кто-то остался, нет? Ну чё, будешь взорваться? А лимузин потух, отлично. Это загорелось, мотки сейчас тоже пойдут. А, вот один есть, опа, готов. Два мотка сразу свалилось. Так, нужно весь транспорт, который здесь есть, уничтожить. Скорая просто неубиваемая. Видели, как текстурка просто побежал? Пожарный. Ну, все, наверное, здесь точно больше никого нет. А, вот здесь еще охрана какая-то. Нифига себе. Че, здесь группа поддержки, что ли? Спрятались за углом, засранцы. Так, я думаю, стоит пролететься, посмотреть, что здесь еще есть. Смотрите, еще два полицейских мотика здесь стоит. Еще две пожарные тачки. Заныканы. Ну, в принципе, все. Здесь на крыше кто-то есть, нет? Или они уже все давно попадали? Ну, в принципе, мы все уничтожили. Друзья, надеюсь, вам понравилась эта серия. Не забывайте подписываться на канал, жать пальцы вверх. Ну, а с вами был Алекс, и всем пока-пока.